think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня Brawl Stars, и сегодня у нас, как ни странно, и очень интересная тема, и, наверное, пример для IGG, как надо все-таки работать с игрой. Я не знаю, я уже показывал не один раз Brawl Stars обновление, рассказывал, показывал, но вот, пожалуйста, просто явный пример. Просто сделали баланс. Не надо делать мега обнову, не надо там что-то выдумывать. Сделайте просто по-нормальному, загрузите и все. Вот, пожалуйста, баланс. Новая обнова. И в итоге у нас пофиксили некоторые героев. То есть фикс героев. Это немаловажно и, наверное, очень нужно в некоторых играх, особенно мобильных. И они это делают без проблем. У нас IGG уже второй месяц ни хрена сделать не может. В общем, поехали. Кольт. Атака основная с 300 до 320 и супер до 320. Поехали. Посливаем кубасики. Я давненько уже не бегал. Посмотрим, что там у нас. И заодно и протестируем. То есть 320 сейчас должна быть дамаг. То есть они фиксят статы героев, какие-то их атрибуты. И это без проблем все делается. Не надо для этого много всего. Но у нас в IGG, как обычно, отговорки идут. Давай, иди сюда. Я хочу посмотреть на дамаг. Но это, наверное, для базового мелкого левела, скорее всего. 448. Интересно. Интересно. То есть, по сути, увеличение довольно-таки неплохое. Плюс 20. Блин, давненько я уже кольтом не бегал. Как рак какой-то. Мне вчера понравилось бегать на твинке. Сори, нюб. Затащили с рандомчиками. Видите, все-таки, наверное, скорее всего, для статовых, для базовых персонажей. Ну-ка, сейчас попробуем здесь. В тренировочной пещере. 448. Не, по-любому усиление есть. Надо на твинке будет потестировать. Поехали дальше, посмотрим, кого у нас еще пофиксили. Что интересного есть. Так, Динамайк 760 до 800 плюс 40 единиц. Урон 3000, супер. Урон 1120. Ну, скорее всего, то есть нападение у него максималка вообще. Жестко. 1120. Я даже не помню, это надо будет посмотреть. Но в любом случае, однозначно плюс. Сейчас посмотрим еще, кому они сделали усиление. Так, новости. Блин, удобно. Вот это вот реально удобная менюшка. Эль Приму с 5800 до 6000 хп увеличили. Да, посмотрим на Эль Приму. Так ли это или нет.
У меня 8400, да. А было, по-моему, 8200. Мы бегали вчера. Блин, ну что я могу сказать? Реально красавчики. Что-то он не туда побежал, походу. О, хрип у нас есть. Ну все, ребятушки, у Мишани заряжен, супер. Да, все-таки увеличили, плюс 200 хп сделали. Довольно-таки неплохо. Сейчас где-то он забежит сюда. Да иди сюда, ты падла. Куда ты от меня убегаешь? А чё, блин, развалили моих? Блин, надо было, наверное, всё-таки добивать его. Нафига он там эту поставил пушку? Изи просто. Так вот батька играет на мешаньке. Ну, плюс однозначно 8000 жизни. 8400 фактически. Немножко не получилось. Блин, вот радует то, что они смотрят за балансом. Что-то меняют. Меняют именно в тему. Так, поехали дальше, посмотрим, что у нас еще интересного есть. Эмс с 3600 до 3800. Эмс. Блин, все в разброс. Тоже увеличили плюс 200 хп. Ну, в принципе, неплохо. Пять 320 было, 520. Уже заберите тот последний, чё ж вы стоите, ну? Ну пипец. Кого он тащил, я даже не знаю. Блин, писец. Прикалывается, что ли? Ну, давай, беги, забирай. Писец какой-то, короче. А не тиммейты. Ох, вот этого бомбить. Ну, это рандомчики. И мне это нравится в 3 на 3, когда в рандом влетаешь. Я тут без разницы, там 11. Ну... Тоже плюс добавили хп. А, слил ниже 600. Так, что у нас еще интересного нового добавили? Смотрим. Франк. Ого, нифига себе, это сколько? Плюс 300. Это что у меня там будет сейчас на нем? На Франке. Интересно. Поехали, посмотрим. Он у меня и так на хп. Ха-ха, 10.060. Я офигею, тут можно свободно им без проблем идти танчить.
Не бояться никого. 10 тысяч хп, ну это, конечно, жестко. Да, это, конечно, жесть, ребят. Мне это нравится. Я могу себе свободно, по сути. Ну куда, бро? Не слейся. Идти свободно танчить, они будут просто добивать потом. Блин, ну не знаю. Жестко, конечно. 10 тысяч хп, блин. Это, конечно, офигеть. Забери, 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 блин, кристалл. Не, ну это писец. Я просто вот просто в шоке. Надо один кристалл забрать, и он просто тупо не может его забрать, побежал дальше. Ну, блин, ну это бомбит от этого реально. Поехали дальше. Такс. Атак, дамаг. Для Леона увеличили, нифига себе, 103 на 178. Это что, Леон просто будет сейчас жестко разваливать, что ли? Офигеть, вот это баланс сделали, ребята. Жестко. Пятьсот 46. Дофига дамага. Реально очень много дамага. По 600? Нифига себе, он дамажит. Что-то жестко. Я, конечно, хрень сделал, но да ладно. Я все равно тестирую. Но дамаг, блин, по 600 дофига. Просто дофигища. Нормальная, кстати, обилочка, да? Блин, жесткий дамаг у него. Теперь ли он реально один из топовых дамагеров?
Круто. Так, хорошо, поехали дальше, смотрим еще что интересного нового. Пэм, жизнь плюс 300, ну, в принципе, Поко, жизнь плюс 200. На спайке увеличили плюс 40, тоже, в принципе, неплохо. Тик, дамаг на 40 подняли, 8-битка. Не имеет ни УЯЗ. Поехали посмотрим на 8-битку. Тоже интересно посмотреть. Блин, ну не знаю. Интересный фикс, честно скажу. Жесть. Вот это жестко не прет. Везучий тип. Короче, кто куда, кто кого. Блин, ну не знаю, я уже обленился вообще играть. Блин, надо было в этого все-таки стрелять. Так, Карл Протекшн, Дэрил. Щит. С 2,5 на 0,9. Нифига себе. Мистер Пи с уроном. Ну, давайте Дэрила посмотрим. Интересно, интересно. Так, я не посмотрел, какой у меня супер был. А у меня супер на этот. В принципе, сейчас их затащим. Несложные противники. Сказал я и слил катку. Что это было, блядь? Что это такое было?
Блин, чуть-чуть не хватило. Да писец какой-то. Ну, чуть-чуть не хватило. Так, а ну сейчас я гляну, какая у меня суперсила. Короче, рак. Дэрил, Дэрил, Дэрил. Где ты, друг мой? Да, 0,9. Блин, мало, вообще жесть. Лучше уже эту использовать. Блин, жестко. В общем, ребят, такой вот фикс багов. Ну, не знаю, не багов, точнее, а фикс баги. Баги здесь тоже есть. Ну, блин, это, конечно, жестко. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Буду снимать побольше Бравла. Всем удачи, всем пока.